В этот же день представители Комитета Госдумы по молодежной политике посетили ряд объектов в Твери. В частности, это исторический парк «Россия. Моя история». Территория отражает молодежную культуру и выступает маяком для каждого молодого жителя региона. Другим местом посещения стала образовательная площадка «Рельсы». Этот культурный центр заработал в 2018 году. Он создавался как точка сбора для городского сообщества и сразу стал популярным среди молодежи. Здесь проводят лекции по темам культуры и науки. Работают сразу несколько концептуальных площадок. Два лектория, публичная библиотека, кафетерий и локации для коворкинга. На мой взгляд, это очень важная такая задача для региона и всей нашей страны – создавать условия для того, чтобы ребята находили те дела, которые будут им интересны, чтобы они были заняты делом, которое направлено на созидание, улучшение того места, где они живут. В моем понимании, патриотизм – это деятельная любовь к родине, когда мы через свои дела, проекты, инициативы помогаем своему месту, своему региону и своей стране.